Здравствуйте, меня зовут Алексей Шатин, я команды КВН «Проигрыватель Капитан». Тема стендапа «Я обманывать себя не стану», а мне это и не нужно. В мире есть куча людей, которые делают это за меня. У меня не было бабушки, у меня была бабушка, у меня не было дедушки, и бабушка говорила, что мой дедушка летчик. Мама тоже не особо заморачивалась и говорила, что мой отец тоже летчик. А совсем недавно мне изменила девушка и, памятуя о моей любви к авиации, сказала, что это тоже летчик. Все вы знаете такой прикол, как «открой рот, закрой глаза». Мне всегда было интересно, чем он заканчивается. И я все-таки попробовал. Ну а чего бояться? Засунут палец в рот и все. В итоге меня сфотографировали и разместили в газете статью о том, что я наорал на депутата «Справедливой России». Ну, меня тут же вызвал к себе мэр, а мэр — это отдельная история. Всякий раз, когда я прихожу к мэру за финансированием на КВН, он встает со своего стола, идет в сторону шкафа, как будто за деньгами. Но в последний момент распахивает дверцу, запрыгивает внутрь, закрывается и ждет, пока я уйду. Совсем недавно хотел покупать себе миксер. Ну уж думал, в магазине меня точно не обманут. Продавец посоветовал взять кредит на 5 лет. 400% годовых. Первый взнос 30 тысяч. Но в сумму этого взноса входило страхование жизни от цунами. И всякий раз, когда я взбалтывал яйца в своем миксере, я мечтал, что волна желтка размажет меня по стене и озолотит всех моих родственников. В театральном кружке в моей же школе я всегда играл мышь. И мама мне говорила, что эта роль получается у меня лучше всего. Но она меня обманывала. Секрет состоял в том, что костюм мыши выглядел примерно так. Уши мыши, хвост мыши. И какого бы я ни был возраста, и что бы на мне ни было одето, эти два элемента превращали меня в талантливого грызуна. И если в младших классах все как-то было гармонично, я одинаково хорошо смотрелся и в репке, и в кошкином доме, и в теремке, то после того, как мой 8-й Б показал постановку «Белоснежка, 6 гномов и мышь», польский артхаусный театр обвинил нас в плагиате. Не обманывайте друг друга. Спасибо.